Всем привет, дорогие друзья! К нам присоединился игрок команды Trinet Clan Norvi. Привет! Всем привет! Как твои дела? Дела отлично. Сразу же обсудим, давай, с тобой гранд-финал, который только что проходил между двумя СНГ-командами, а именно Na'Vi играли против гамбитов, Na'Vi победили. Как тебе вообще этот финал? Смотрел ли ты? Да, финал смотрели всей командой. Радуюсь, что СНГ-команда находится в топовой форме перед таким туриком для СНГ. Так что будет интересно. Слушай, был тут комментарий от Сени, где он спорил, я не помню на самом деле с кем, в Твиттере по поводу того, почему сейчас такая ситуация, в которой СНГ-коллективы находятся очень-очень высоко в топе. Он говорит, ну, в свою очередь, о том, что это просто проблема европейских кланов, которые начали играть очень слабо в последнее время, да, а не то, что СНГ-коллективы так хороши. Ну и типа онлайн-эры. Как, по-твоему, он прав или нет? Не, ну европейские клубы сейчас точно опоздали. У них там у многих клубов перестройки происходят. Да и СНГ поднабрало. Так что я думаю, и то, и то. А как по-твоему, почему именно вот в онлайн-лиге, в смысле в онлайн-времени, да, у нас СНГ именно поднялся, а Европа, такое ощущение, что потеряла, в принципе, интерес к игре? Ну, если так смотреть, то в Европе больше таких человек, которые, ну, они, можно сказать, большинство карьеры играли на ланах, а в СНГ молодые парни, которые еще особо по ланам не поездили, ну и просто играют в привычном для себя онлайн-формате. Не чувствует такого особого давления, как на ланах. Угу. Ну и тебя это тоже таким же образом касается вашей команды, помимо, наверное, Сизда, да? Ну да. Мы на минорах особо не играли. Ой, ну и вообще на лан-турнирах. Что касается ситуации, соответственно, с новой картой, да, она не будет затронута конкретно по РМРу, но, опять же, очевидно, стоит обсудить, как тебе новый Ancient, потому что у меня вот сколько спрашиваю, столько разные мнения. Наверное, только один человек прям невероятно доволен тем, что будет именно эта карта. Не, я доволен, что новая карта в пуле появилась, но не особо рад, что она появилась вместо Трейна, но карта нормальная, для компетитива она хорошо подходит. Там очень она схожа с Инферно, по логике. Тоже вы уже все команды играли? Не, мы ее еще не играли. Мы пока у нас весь фокус на РМР, поэтому подготавливаем карты к РМР. Но после РМР мы ее будем играть, это 100%. Ну, очевидно, да, в принципе. Не Вертига же катать, лол. Вертига люди не любят у нас в команде. Так я не знаю, где любят. Ну, то есть я знаю, что есть команда, которая играет, но, по-моему, это вот та самая карта, которую нам нужно убирать в ближайшее время, вообще желательно. Если вообще команда, вместо карты, ты вот не будучи олдскулом, очевидно, что, ну, 99% всех олдскулов орут, что нужен Тушкан, обратно верните, там, ну, или хотя бы Кобл. Есть ли у тебя какие-то карты, которые ты хотел бы, чтобы появились в мапуле нынешней компетитива? Да, кэш, Кобл, нормально бы залетели. Карты интересные сами по себе. А из Тушкана я вообще не играл, не знаю, что за карты. Ну, из новых, если Валю что-то придумают новое, ну, по типу Ancient и Vertigo, то можно внедрять, почему нет? Понял. Слушай, ну, я так понимаю, что вы один из не самых высоких, да, претендентов в данный момент на топ-1, там, топ-2 в рамках СНГ-региона, если взять то, что существует все еще Гамбит и Снави, у которых вообще все очень круто. Какое ощущение у тебя по поводу того, где вы сможете оказаться в финале РМР, в смысле, после окончания его? Ну, вообще наша основная цель — это топ-8, а там, ну, если звезды сойдутся, то и в топ-4 можно залетать. Ну, а там уже как пойдет. Как хорошо. Будет. Я думаю, что с этими пожеланиями мы можем закончить. Можешь сказать своим фанатам привет. Всем спасибо. Всем привет. Спасибо. Мне все равно, подпишешься ты или нет. Ну вот, подписка, вот колокольчик, вот лайк. Давай.